Борис Ельцин – одна из самых противоречивых политических фигур России. Его обожали и ненавидели, однако вряд ли кто-то поспорит с тем, что именно он изменил страну раз и навсегда. Сегодня исполнилось 86 лет со дня рождения первого президента. В нашем городе Борис Николаевич побывал 25 лет назад, в начале 1992 года. Тогда Ельцин посетил первый в России самолетостроительный завод «Авиастар». В это же время авиагигант был преобразован из госучреждения в акционерное общество. С его приездом связано судьбоносное решение для всего региона. Поднимите руки, кто за горячего. Я сегодня подпишу указ. Впервые Ельцин был избран президентом России 12 июня 1991 года. В 96-м он переизбрался на второй срок, а уже 31 декабря 1999 года глава государства в новогоднем поздравлении объявил о своем уходе.